Ведущие онкологи со всей России встретились в Воронеже на межрегиональном конгрессе. Такая масштабная встреча специалистов, занимающихся лечением рака молочных желез, в Черноземье проходит впервые. Эксперты говорят, теперь важно не только избавиться от опухоли, но и сохранить красоту женщины. Речь идет о реконструктивной пластической хирургии. Так, например, на базе Воронежского клинического онкодиспансера за последние 5 лет таких операций провели около 850. Сегодня врачи в режиме реального времени могли следить за 6 операциями. Каждая из них имела свою специфику. А уже завтра женщины, столкнувшиеся с раком молочных желез, смогут задать вопрос специалистам лично в рамках форума «Воронеж-Брест-митинг». Мы для этого создали специально форум «Верни маму», для того, чтобы пациенты могли задавать свои вопросы, и профессиональные доктора, хирурги и химиотерапевты отвечают на их вопросы. То есть специально мы сделали этот форум для того, чтобы они могли узнать все, как можно рассчитывать на помощь пластических хирургов, какие нужны химиотерапии, какая нужна лучевая терапия, если это необходимо, как соблюдать диету, какой должен быть режим.